Православная церковь отметила День святых Петра и Павла. В деревне Каликово Канашского района в честь первоверховных апостолов осветили источник. Деревне Каликово почти 300 лет. Издавна в этом месте били ключи. В свое время, там, где два родника стекали в реку Уту, люди построили водяную мельницу. Вода здесь всегда считалась целебной. Источник славится своим хорошей водой. И все туда тянутся, все пользуются этой водой. В этом году жители деревни решили облагородить источник. Его осветили в честь святых апостолов Петра и Павла. А торжество приурочили к дню празднования их памяти. Спаси, Господи, люди Твоя! И благослови достояние Твое! По благословению епископа Канашского и Янтиковского Стефана источник осветил иерей Олег Смелов, настоятель церкви Иоанна Предтечи села в Утабасе. К этому сельскому поселению относится деревня Каликово. Не каждый может найти время прийти в церковь. И рядом с деревней села Каликово вот решили осветить в честь Петра и Павла источник, чтобы народ приходил, водички набирал. Не всегда можно успеть это набрать воду, например, скажем, в церкви. Не всегда бывает богослужение в деревнях, селах. Решение об устройстве колодца и купальни приняли на общем сходе деревни. Собирали средства, на которые сразу же приобретали необходимые строительные материалы. Помогли и благотворители. Лапшин Андрей Юрьевич сразу 20 тысяч наличными дал. Миронова Людмила Васильевна, заведующая магазином, 5 тысяч дала. И остальные, вот они уже у нас тут в деревне не живут, и свои спонсорские помощи собрали. Оставить детям, внукам и правнукам святой источник – дело благое. Строили всем миром, работать приходили даже старики. Молодежь поспешила обновить купальню. А потом в деревне закипел праздник. День Петра и Павла здесь по традиции отмечают широко и все вместе. Зинаида Паршагина, Алексей Енейкин, Виктор Степанов, Вести, Чувашия.